Испытаем пластик холодного нанесения Steam Стрела. Предназначен для получения горизонтальной дорожной разметки. Нанеся маркировку спустя 3 часа, мы принялись испытывать адгезию материала. Просто так снять шпателем холодный пластик не получится. И мы беремся за тяжелый инструмент – руки, топор и молоток. Как видно, даже они с трудом с этим справляются. Нанесенный холодный пластик откалывается вместе с поверхностью тротуарной плитки. Разъединить без повреждений не представляется возможным. Этот эксперимент доказывает высокую функциональную долговечность холодных пластиков Steam Стрела. Звоните, пишите, ответим на все интересующие вас вопросы. Steam – все для разметки дорог.